И я, кстати, одного вируса тогда в парке у тебя заметил. Большого и страшного. Что? Информационный вирус. Что это такое? Ты имеешь в виду то, что он перепутал лебедя и пингвина? Нет. С этим все хорошо. Это просто банальная неосведомленность в области зоологии. Я знаю, специально. А, ну тогда это попытка юмора какого-то. То есть неважно. Я за другое. Я за то, что помнишь, когда мы коснулись вопроса мороженого, я тебе сказал, что если бы ты знал, из чего оно состоит, то мы знаем бы, прекрасно, как из бы, всяких химических веществ. Из очень неприятных, и очень неполезных, и очень ненужных. Ну так они знают. Да. Нет, ты сказал, что в принципе тебе пофиг. Да. Вот. Вот это очень важный нюанс. Это очень важный информационный вирус, который сейчас посредством средств массовой информации людям внедрен. Внедрен такой стереотип поведения, при котором чем больше у человека пофигизма, тем больше как бы его хвалят, тем больше его превозносят. Я не буду сейчас пытаться тебе как-то что-то сказать, откуда это у тебя взялось. Ты сам лучше сможешь разобраться. Все знают, из чего сделано мороженое, но его едят. Ну, может, даже те, кто знает. Также все знают, что, до чего доводит война, и все равно идет. Вот. Потому что им пофиг. Потому что это и есть деградация, когда знание-то есть, а возможности, или точнее желания его применить, нету. Для нас же полезно, чтобы мы любое знание, которое попадает к нам в поле зрения, поймали, изучили и использовали. Это да, но ты все равно не поймешь, что значит. Да, мы все знаем, из чего сделано мороженое. Ты просто не ел мороженое. Но все равно мороженое ты от этого не перестаёшь быть можешь... вкусным и любимой, ну, как бы, штукой. Ты не хорошо. Можешь говорить о нем, если его не ел. Вот давай мы тебе... Я его ел когда-то. Когда-то. Просто понимаешь, какая ситуация? Современные люди, ввиду своей недалекоглядности, они так, съели одну конфету. Почему? Потому что им сказали, а вот это вкусное, вот это вам радость будет великая. Они эту конфету съели. Ну, радости где-то-то и нету особо большой. Есть. Ну, а может вторую, может во второй эта радость есть. И вот так есть американские фигуры. То есть там, где головка где-то уже потерялась в шее, шея потерялась в туловище, и вот такая клякса ползет к Макдональдсу и говорит: «Дайте диетической колы».